Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На обзоре Mercedes-Benz S-класса в третьем поколении в кузове W140, на который установили головное устройство на базе Android, а также камеру переднего и заднего вида. Магнитола с 10-дюймовым экраном. Она встала в верхнюю часть торпеды. Планшет работает на 10-м андроиде. По характеристикам здесь стоит 8-ядерный процессор Unisoc, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной. Все работает быстро, плавно. Здесь уже предустановлены некоторые приложения, такие как YouTube, очень удобное приложение CarLink, это подключение Android Auto либо CarPlay, Google Chrome, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор. Все остальные вы сможете скачать в Google Play Market. Здесь есть поддержка разделения экрана. Можно одновременно запускать несколько приложений. Видео работает в движении без каких-либо ограничений. Провинция Лигурия. Окрестности Дополнительно установили выносной микрофон для громкой связи. Можно подключить телефон по Bluetooth и разговаривать, а также для голосового помощника Алиса. FrontCam. Сейчас найду. Маршрут построен. В бардачок вывели два дополнительных USB-порта и слот для сим-карты для подключения к интернету. Также, как я уже говорил, установили камеру переднего и заднего вида. Задняя камера включается автоматически при включении задней передачи. Она имеет широкий угол обзора и детализированную картинку с высоким разрешением. И при переключении на драйв автоматически включается передняя камера. На 10 секунд, потом изображение переходит на главный экран. Обращайтесь в нашу компанию. У нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем на практически любой автомобиль. Даже на такие редкие мы подберем решение, а наши менеджеры подберут для вас лучший вариант. Также у нас есть установочный центр, где наши мастера установят и настроят магнитолу. И также есть доставка по регионам с постоплаты. Вы сможете заказать товар, принять его, проверить и только после этого оплатить. Всем удачи!